Продолжаем наше путешествие по среднеазиатским энергетикам. Сегодня у нас лавина, которая приехала к нам в Бишкек из самого солнечного Казахстана, а именно улица Жарокова, Алматы. Бывал я там. Что из себя представляет лавина? Емкость алюминиевая, объема которой я забыл. Стоит она 60 сомов, на нынешние деньги 65 рублей примерно, и содержит в себе воду подготовленную, сахар обыкновенный, регуляторы, ля-ля-ля, таурин, кофеин, ароматизатор и краситель, карамелька и витамины, слагающиеся в правильную последовательность B3, B5, B7, рвущие последовательность B6, B12, фолацин, биотин, в общем, широкий спектр. Вот что такое эта ваша лавина. Что же из себя представляет она внутри? Цвет я вам не покажу, но у нее должно быть такой разбавленный кока-кольный цвет из-за колера. Приятный охлаждающий вкус. Ненавязчивый. Хотя несколько слишком сладкий, я бы сказал. Ну, неплохо, что я могу сказать. Обилие ингредиентов обещает оказать эффект вполне себе серьезный. Один из самых дешевых и нечасто встречающихся энергетиков, энергостиков тут. Что ты там еще хвалебное про себя скажешь? Натуральный кофеин, нерекомбинантный. Мозг и снежинка, освежающий эффект. Действительно, а почему она не Алматы? Почему эффект освежающий? Видимо, с ментолом это связано. Но ментола в составе я не видел. Ой. Тринатрий цитрат. Сложно сказать, но в общем неплохо. 7 снежинок из 10,5. Или, по крайней мере, с одним лучиком. Будем здоровы. Не переключайтесь с нашего канала.